Слушай, Алин, ты нашла какие-нибудь новые пранки, которые мы можем над Джеффом-убийцей разыграть? Конечно, нашла, но они еще в разработке, поэтому подожди. Слушай, там, кстати, нет? Во-во-во, подай мне красную папку. А можешь сам ее взять. Хочешь делать хорошо? Делай сам, как говорится. Ща посмотрю. Блин, тут нет красной папки. И тут нет. Черт. Где папка? Не знаю. Ребята, быстрей туда, там совещание срочно. Какое совещание, Сафик, мы работаем? Да 2 часа дня, пора на совещание, там очень важный вопрос. Ладно. Ну что? Мы пришли. Че, совещание какое-то? Да, Артем Юрьевич, что вы нас собрали тут? Так, ребят, я вас здесь собрал всех не просто так, а потому что у нас просто глобальные проблемы с каналом Тут Летсплея. Вы не представляете себе всю серьезность происходящего. Что, Пашка ушел? Пашка Ширяев не ушел. Он пока что заболел. У нас есть другие проблемы. Дело в том, что канал Тут Летсплея весь в долгах. В смысле, в каких долгах? Откуда долги на Тут Летсплея? Мы ж просто там в игры играли. Слушай, Бруно, ты думаешь, ролики монтировать нужно? Нужно. Закупать инвентарь для Майнкрафта нужно. В общем, у нас есть небольшая проблема с финансами. Вот, расходы капитально превышают доходы. Вот, и у нас на канале Тут Летсплея очень много долгов. Сейчас я вам продемонстрирую. Я понимаю, что, возможно, вам будет тяжело понять эту схему, но я все просчитал, все графики, вот, и готов вам продемонстрировать, чтобы вы все поняли. Смотрите, как вы думаете, сколько у нас суммарно долгов? Ну, 1000 на 3, наверное. Бруно, неправильно. Алина, попробуй предположить свои варианты. Так это, что-то там 2. Сафик. Чё, 300 рублей. Нет, я вам сейчас напишу циферку, и я думаю, что вы просто все ошалеете. Смотрите. Так, во, пишу. Ага. Вот. Чё там? Ошалеть! У нас на канале Тут Летсплея 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 миллиона долга. И нам срочно нужно как-то достать эти деньги, потому что если мы не найдем до завтра 2 миллиона, то наш канал Тут Летсплея закроют, и больше вот этого канала будет нема. Это точно 2 миллиона или 200 тысяч 8? Это 2 миллиона. Сафик, просто нолик не влез. Артем, а давай доску продадим. Сафик, доску никто не купит. Ну, даже если купят, то за 3000. Блин, и какие варианты, ребята? Как нам столько денег-то получить? Может, канал продать и новый открыть? Мне будет стыдно вообще в интернете появляться, если я каналчик этот продам. Это да. Сами подумайте, кто купит канал с долгами в 2 миллиона? Поэтому предлагаю найти как-то срочно деньги. Ладно. Ребята, но я не буду стоять на месте и сидеть на попе ровно. Мне нужно тогда пообщаться, поискать денежки. Не знаю, как вы, но я сейчас все найду. Давайте, может, скинемся тогда. Я готова даже это, свои отложенные деньги вам дать. А я тоже все заработанное вам отдам. Только осталось заработать. Сейчас я заработаю и вернусь, ребята. Я тоже. Сейчас по сусекам поскребу и найду что-нибудь. Я побежала тоже. У меня есть отложенные. Я там много отложила. Давайте глянем. Я просто не помню, сколько у меня денег, но вроде, ну, не 2 миллиона, но может миллион есть. Давайте, ребят, бегите. Я тоже постараюсь как-нибудь деньги найти. Блин, как же разобраться с этими долгами? Ребята, сейчас я, в общем, бегу домой, потому что дома у меня куча бабла, которые я отложила на iPhone, и, в общем, решила, что, скорее всего, iPhone мне не так важен, как, блин, канал наш. Как так случилось? 2 миллиона-то у нас долгов-то, ё-моё, ребята. Вообще, долги это всегда плохо. Так, ребята, нужно, знаете, куда бежать? Конечно же, мой домик, мою прекрасную хату, огроменную, блин. Ребятушки, как вы думаете, в каком доме моя квартира? В розовом? В этом огромном небоскребе высоченном? Или здесь, или там, может? Может быть. Как вы думаете, ребята? Напишите прямо сейчас в комментариях. Так, но, ребята, мой дом не совсем уж и дорогой. Находится у меня квартирка на 1-м этаже. И, собственно, вот моя хата. Блин, ну,
как бы живу скромно, однушка, ну, даже не однушка, а студия, вот, с кухней, тут огромный сейф стоит, вот там вот должны быть мои деньги. Но это потом, давайте пока по сусекам поскребем. Так, ребята, я не знаю, как мы сможем набрать такую большую сумму, но нужно срочно как-то заработать. Просто посмотрите, на канале тут летсплей уже 451 000 подписчиков. Ребята, вы тоже нам прямо сейчас можете помочь. Все участники, ну, правда, кроме Пашки Ширяева, разбежались, чтобы искать финансы. Но именно ты тоже можешь принять свое участие прямо сейчас. Там даже курсор есть. Если у тебя кнопочка под видео красная, то обязательно спустись под нее, нажми, сделай ее серой, и тогда на канале будет больше подписчиков, ролики будут набирать больше просмотров, может быть, кто-то рекламу у нас закажет, и мы тогда сможем разобраться с нашими долгами. Пожалуйста, вот если тебе не сложно, если у тебя кнопка не такая, вот не такая, не серая, а вот такая, то обязательно нажми на нее, она станет серой, на колокольчик обязательно тыкни, и посмотрим, во сколько вот эта циферка увеличится в следующий раз. Так, а мне нужно как-то придумать, как раздать долги. Так, надо думать срочно. Думай. Так, ребята, у меня, к сожалению, отложенных денег вообще нема. Поэтому нужно срочно что-то придумать и как-то заработать немножечко денег, чтобы отдать все долги и наш канал продолжил свое существование. Так, ладно. В принципе, у меня, ребята, есть одна идейка. Возможно, она сработает. И уже к вечеру мы сможем вернуть все долги. Так, вот эта камера нам обязательно пригодится. Так, вот сюда вот поставим камеру. И знаете, что мы сейчас будем делать, ребята? Мы сейчас будем стримить. И, возможно, вы, подписчики, поможете вернуть нам все долги. Так, ща, ребята, запущу стрим. Подписчикам объясню ситуацию. И начнем собирать пожертвования. Так, и поехали. Так, в камера вроде пишет. Чат, если вы слышите меня и видите, и все в порядке, то обязательно скиньте коня в чат. О, ребята, там кони полетели. Значит, меня все слышно и видно нормально. Ребята, в общем, у нас, я понимаю, звучит безумно, но так случилось, что у нас на канале образовался огромный долг в 2 миллиона. И я бы никогда в жизни не стал бы просить денег у своих подписчиков. Но поймите, такая ситуация, она случается не каждый день. И как выйти из нее, я не знаю. Я единственное, что могу сейчас делать, это только попросить помощи у своих верных подписчиков. И вас же так много, ребята, вас почти 500 000 людей. Это если каждый скинется по 4 рубля, то, ребята, мы сможем сразу же вернуть все долги и канал продолжить свое существование. Поэтому, ребята, я прошу ни много ни мало, просто скиньтесь по 4 рубля всего, пожалуйста. Я бы и сам вкинул 4 рубля, но так уж сложилось, что у меня денег вообще нема. Я как-то не привык деньги копить. Ну, может, у вас есть, там с обеда осталось. Ну, простите, что так позорюсь сейчас и прошу у вас деньги. Но, ребята, но если мы не вернем деньги до завтра, то канал наш удалят, и все, и мы не сможем продолжать вести наш игровой канал. Ребята, ну это же всего 4 рублика. Я не знаю, может, я вам фокусы буду показывать. Так, смотрите. Во-первых, что? Ребята в чате пишут, что у меня какая-то камера застряла в шее. Да вы гоните. Так. Ой, ё-моё, это ж надо так опозориться в прямом эфире. Ребята, действительно, у меня камера торчит в спине. Ё-моё, ну с кем не бывает, ребята. Я вообще отложила целых 25 000. Ребята, может быть, у меня еще есть где-то денежки. Так, здесь вообще ничего нету. Так, тут тоже вроде как. Монитор можно взять. Комп нужен, там вся информация. Ну, в принципе. Вот это мне тоже не нужно. Так, все. Ребята, колу вряд ли купят. Но в принципе. Я все, что могла, взяла. У меня есть целых 25 000. Больше нигде у меня денег нет. Я уже все посмотрела. Пора бежать к ребятам и скидывать свои 25 000. Ну и монитор. Надеюсь, что ребята смогут собрать гораздо больше денег, чем я. Ребята, у меня появилась идея. Точно, блин. Есть же банки. В банке можно взять кредит. Так, ох, какая сегодня погода хорошая. Блин, ребята, просто посмотрите. Солнышко светит, везде все хорошо. Так, ладно, давайте сейчас пойдем в банк и
попытаемся взять хоть какой-нибудь кредитик, серьезно. Так, вот этот банк. Блин, ребята, здание невероятно большое, и там консультанты и сами работники просто капец какие злющие. Но у меня очень хорошая кредитная история. Я всегда все вовремя возвращал. Я очень сильно надеюсь, что мне одобрят кредит. Как я выгляжу? Так, вроде бы нормально. Вот, голова намыта, костюмчик поглаженный. В общем, надежный заемщик. Так. Пока сяду вот здесь вот, в зале ожидания, рядом с кулером, и подожду, когда меня вызовут по моему номеру. Я пришла первая, никого еще нет, но ничего страшного. Ребята, что это? Это красная кнопка подписаться. Почему она до сих пор красная? Она ведь должна быть серой. Неужели ты не подписался? Я надеюсь, что ты сделаешь это прямо сейчас и подпишешься. И сделаешь эту красную кнопку серой. Загляни под ролик и подпишись. Ты подписался? Спасибо большое. Я примерно представляю, сколько денег у меня в сейфе, но, блин, может, у меня где-то заначка крупная осталась. Я не знаю. Так, это мои кроссовки. Блин, они 1000 рублей стоят. 3 ножа, раковина. Кстати, можно продать раковину, но квартира арендная. Так, вот здесь даже еды нема. Вот морковку порезал и все. Холодоси тоже нету. Ну, видите, у меня вообще, ребята, денег нема. Я как бы живу и так небогато. Может, красный ковер забрать? Я как бы его за 20 тысяч покупал. Или кресло. Или сейф продать. Это не вариант. Нужно смотреть в сейф. Так, а в сейфе, ребята, у меня... Так, это получается у меня 1 рубль, 2 рубль, 3 рубль, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, короче, у меня 17 рублей. 17 рублей. Так, давайте дальше. Так, это по 2 рубля белорусских. 1 рубль. Это 4, 6, 8, 10, 12. 12 белорусских рублей. Так, потом, ребята, у меня еще есть, конечно же, валюта, так как я все-таки инвестор. Так, это у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 центов. Так, и 1, 2. И 2 копейки. И еще, ребята, мне мама отдала мне 3000 рублей. Ладно, ребят, давайте еще ковер возьму на всякий случай. Блин, как вот сделать, чтобы заработать реально, ребята, деньги? А, кстати, хороший способ, ребята. Чтобы заработать деньги, нужно сэкономить. Поэтому я выключу везде свет, чтобы было везде это темно. А, ноутбук могу продать. Чищу. Холодос, блин, это меня убьют. Хотя, ребята, если ноутбука не будет, тогда я не смогу вообще никакие ролики снимать. Давайте оставим ноутбук. Так, и телевизор. Ну, ребят, телевизор это казенный, это не мой. Ладно, ребята, но, собственно, все самое ценное я взял. Я думаю, мы наберем эту сумму. Ну, хоть я, возможно, и меньше всех соберу, но, как говорится, с миру по нитке. Так что, ребята, идем в офис. Бежим. Василий Королев отправил 4 рубля. Вася, огромное тебе спасибо. Ты первый человек, который помог встать на ноги нашему каналу и вернуть наши долги. Первых 4 рубля уже у меня в кармане. Спасибо тебе огромное. Просто респект. Ох, так, ребята, может, у кого еще завалялось там 4 рубля, может, 10? Ну, я не знаю, ну мало ли. Типа, если что, я вам все верну, только на следующей неделе. Просто реально, мне нужно сегодня 2 миллиона. Опа, ребята, так, новый донатик пришел. Виктор Брюханов скинул 15 рублей с текстом: если покажешь попу в прямом эфире, я тебе скину еще 15 рублей. Не, ну, Витек, спасибо за 15 рублей, конечно, но... Если я такое покажу в прямом эфире, то мне канал сразу удалят. Но за пятнашку спасибо все равно. Респект тебе. Ребята, мы уже собрали более 50 рублей. Я думаю, что успех просто у нас в кармане. Поэтому если кто еще остался с желанием поддержать наш канал Тут Летсплей, то прямо сейчас готов продать свой свитшот за 20 рублей. Сойдет? Ребята, кофта снималась в более 100 роликов. Просто легендарнейший экземпляр. Поэтому за донат в 20 рублей готов прямо сейчас отправить в любую точку мира. Ну давайте же, поддержите. Бруно, брось здесь. Так, Алина тут. 5000 на спине. О, так, номер 35 вроде бы сказали. Пиликнуло. Так, ребят, это мой номер. Так, окошко. Окошко вот это вот окошко. Сотрудник. Так, ребят, вон, сотрудник банка подходит. Здравствуйте, у нас с каналом там есть небольшие проблемы. Да, вот, здравствуйте. Мне, я бы очень сильно хотел, не знаю, как вам сказать,
Вы что, можете, пожалуйста, в кредит выдать 2 миллиона? Иначе наш канал закроют. Мне очень сильно нужны деньги. 2 миллиона? Да-да-да-да-да, 2 миллиона. 2 миллиона надо. Пожалуйста. Сейчас посмотрю. Так, ребята, что-то смотрят. Фу, блин, надеюсь, не одобрят кредит, ребята. Я тогда сразу все долги канала закрою. Во-во. Так, возвращается. Что-то там спрашивают у сотрудников других. Так, что, дадут мне кредит на 2 ляма? Так, к сожалению, мы не можем выдать вам кредит. Да как так-то? Слушайте, я же всегда все вовремя возвращал. У меня очень хорошая кредитная история. Ну, вы не уверены, что это какая-то, может быть, ошибка? Ну, посмотрите там по компьютерам, пошерстите там по сюсекам. Ну, я правда верну на любой процент годовой, согласен. Мне очень сильно нужны деньги, правда-правда. Наша система не ошибается, извините. Да блин, дурацкая ваша система, понятно? Да блин, ну и ладно. В другом банке кредит возьму. Блин, ребята, вот не дали кредит, блин. Что ж теперь делать-то, как я пацанам скажу? Они там, наверное, вообще такие ярды заработали. А я шиша лысого. Так, блин, ну ладно, пойду домой, наверное. Слышь, мужик, иди сюда. А? Это тебе. Вот ты красный, иди сюда. Тут, я только один красный, он ко мне обращается. Да, к тебе, иди сюда. Ты чего? Пошли, отойдем. Я слышал, что ты деньги ищешь. Ну да, ищу, мне 2 миллиона надо, а то канал закроют, а в банке кредит не дают. Говорят, система у них какая-то. Чертов, это капитализм. На, об стенку. Да, банки, они все такие. Вы приходите за деньгами, а они вас ни с чем домой отправляют. А вам-то хавать что-то надо. Слушай, я могу тебе помочь. Предлагаю тебе сыграть вот прямо сейчас в небольшую игру. И давай так, если ты выигрываешь меня, я даю тебе 100 тысяч рублей. А если проигрываешь, то ты мне 100 тысяч. 100 тысяч? Вот так, это мне надо так, сейчас, подожди. Так, калькулятор. Так, это 2 миллиона, 100 тысяч, это мне 20 раз. Это мне 20 раз, все, надо выиграть этого. Так, сейчас. Так, ну, блин, лицо у него вроде как у нубика. Ладно, я. А что за игра? За игры-то какие у тебя? Камень, ножницы, бумага. Так, камень, ножницы, бумага. То есть, подожди. Это, ну, слушай, мне надо рискнуть. Давай, я согласен, согласен. Ну да, игра простая, у тебя должно получиться. Давай, смотри, держи камень, держи ножницы, собственно. И вот бумагу держи. А вот, если что, можешь посмотреть вот деньги, которые я тебе отдам, если ты выиграешь. Нифига, ребята, посмотрите, какая стопка, блин, капец, ребята, я такие только в инстаграмах видел. Так, ладно, хорошо. Да, давай на раз, два, три. Первые ножницы. Ладно, давай играть с тобой на раз, два, три получается. Да, давай на раз, два, три. Раз, два, три, оба! Оп. Блин! Ну я выиграл, получается. Ребята, у меня ножницы, у него камень. С тебя 100 тысяч рублей. У меня нету денег. Стой. Ну, если нет денег, есть тогда другой вариант. Какой вариант? Вместо денег ты можешь заплатить своим здоровьем, так сказать. В смысле здоровье? Если у тебя нет 100 тысяч рублей, то я тебя ударяю. Даю тебе пощечину. Это как? Это вот так. Ау! Да ты псих! То есть, подожди. Это мне не надо 100 тысяч тебе платить. Это один раз ударил пощечину и все. Да, уже не надо. Нифига! Ладно, давай. Сейчас-то я тебе сделаю. Хе-хе-хе. Давай. Хорошо, давай еще раз. Раз, два, три. Да как так-то? Ай, ударил меня снова. Опять проиграл. Давай еще раз, я сейчас выиграю, давай. Раз, два, три. Оп. У меня бумага, у тебя ножницы, да как такое возможно вообще? Ну вот я выбрал ножницы, а ты выбрал бумагу и получаешь пощечину. Ау, блин, как больно. Так, ладно. Да ты мухлюешь, скорее всего, мухлёжник. Как ты можешь 3 раза подряд выиграть, а? Нет, я играю абсолютно честно, просто тебе не везет. Тебе не повезло, в банке не дали кредит, тебе и здесь не везет. Ты, в принципе, по жизни, я смотрю, неудачник. Но можем сыграть еще, если хочешь. Ладно, давай. Я готов. Раз, два. Как так-то? Но деньги у тебя, я так понимаю, не появились, поэтому получаю еще пощечину. Ау! Больно! Это, между прочим, очень больно. Так, ладно, давай еще раз. Ну, давай. Раз, два, три. Да! Поздравляю, ты выиграл. Я выиграл, нифига себе. Ну иди сюда. Иди сюда. Так, а ну стой. Деньги. Тихо. Я могу тебе заплатить. Вот твои 100 тысяч. Нифига.
Ребята, посмотрите, какая у меня пачка бабок в руках. Так, сейчас пойду пацанам расскажу, спасибо. Подожди, иди сюда. Что? Тебе ведь нужно было больше денег. Ну да. А что, можно еще в камень-ножницы сыграть? А у меня есть предложение получше. Ты ведь хочешь заработать намного больше, чем вот эти жалкие 100 тысяч. Ну да, мне надо много денег. Тогда я могу дать тебе вот это приглашение. Что это такое, ну-ка? Это приглашение на игры, в которых ты сможешь заработать намного больше денег, чем вот то, что выиграл сейчас. И если тебе срочно нужны деньги, то это лучший выбор для тебя. Держи. Так. Позвони по номеру, который там написан. Ты куда? Ребята, вы видели? Блин, ребята, этот чел какой-то странный. Вот эта вот игра мне что-то напоминает. Вот реально на что-то эта игра похожа. Напишите в комментариях, что это за игра такая. Вот, или у меня дежавю какое-то, как будто я где-то уже такое слышал или видел. Если вы знаете, на что это похоже, то в комментах напишите. У меня теперь зато деньги есть. Визитка вот эта вот, посмотрите. Надо срочно об этих играх рассказать пацанам и Алине. Так, сейчас прибегу в офис. Нужно срочно всем рассказать про то, что я узнал. Ребят, здравствуйте. Здорово. Деньги тогда были? Рассказывайте вообще. Да, у нас денег полно. Так, ну что, скидываемся? Так, Вильям Брунер, говори, сколько у тебя денег? Так, ну, ребята, я сегодня почти весь день стримил, и у меня с собой 1500 рублей. Так, Бруно, так, зафиксируйся, сейчас запишу. 1400. Да. Так, Бруно, у тебя 1400, да? Во, написал. А у меня монитор и 25 тысяч. 25? Нифига, Алина там заработала. Так, ну монитор на Авито где-то продадим за 1000. 26 тысяч у тебя получается, сейчас запишу. Алина, 26 тысяч. Так, Бруно, 1400 плюс Алина, 26 тысяч. Сафик, а ты сколько нашел? Ребята, у меня, смотрите, я нашел красный ковер. Во, ну как бы дорогой. Какой я покупал за 25. Ну, окей, Сафик, у тебя есть ковер. Чё еще? А, еще у меня есть, смотри, 12 белорусских рублей. Так, и чё? Потом 5 центов, 2 копейки и 3000 рублей. И еще 17 рублей. Короче, у тебя 3000, горстка мелочи и старый ковер. Правильно, Сафик? Почему старый? Он новый. Ну, всего 3 года пролежал. 3500 давай. 35. Так, плюс... Сафик, 3500. Так, Сафик, никому не нужен твой ковер. Старый дряхлый. Я вам сейчас напишу, сколько я заработал. Я заработал вот столько. О! 100 тысяч! Ребята, есть одна тема, как заработать. Смотрите, вот сколько у меня денег. Так, ребята, смотрите, долг у нас 2 миллиона, а всего мы насобирали 130 тысяч 900. Это много, но недостаточно вообще. Смотрите, что я нашел. О! Что это? Вы не поверите, я хотел в банке взять кредит в 2 миллиона. Мне не дали, ко мне подошел какой-то человек. Мы с ним играли в камень-ножницы-бумага. Я выиграл на 5-й раз. Он меня бил, дал 100 тысяч и сказал, что если я хочу больше заработать, то он может предложить сыграть нам в игру и дал вот эту визитку, по которой надо позвонить, и он нас пригласит в какие-то игры. То есть какой-то извращенец тебя избил и дал тебе 100 тысяч, и ты нас в это пытаешься втянуть? Хватит его так называть, нормальный тип. Давайте сядем за стол. Давай, набирай, Артем. Так. О, все, гудки идут. Алло. Алло, да. Я с вами в банке, вы мне 100 тысяч дали еще визитку, чтобы в каких-то играх поучаствовать. А, это ты, ну да, дал визитку. У меня тут есть трое друзей и я, и мы очень сильно хотим сыграть в игру. Нам просто очень сильно нужны деньги, и для нас другого варианта нет. Погоди, слушай, я же только тебе дал визитку, что за друзья еще, откуда они взяли? Ну, у нас канал-то общий. Ну, если мы будем все в играх участвовать, у нас же будет... Ну, мы сможем больше денег выиграть. Ну, возможно, да. Может, в этом и есть смысл. В любом случае, нужно посмотреть на твоих друзей и где-то все вместе встретиться. Да, я скину координаты, где будем встречаться. Окей, супер. Спасибо большое.
Ребята, если хотите больше вот именно таких роликов, то давайте хотя бы под этим роликом 10 тысяч лайков соберем. Это прям очень важно, если вы хотите больше таких роликов смотреть. Сейчас дождемся смс-ки и пойдем на место, окей? Че, сколько ждать-то? СМС-ка есть, че нема? СМС-ку скинут, надо немножко подождать, Бруно, пока можете идти заниматься своими делами. Ребята, продаю рекламу по 15 рублей! Бруно, стой! Стой! Я стримлю тут, я пытаюсь заработать! Бруно, продавать рекламу на основном канале за 15 рублей это слишком. Мне скинули координаты, пойдем к ребятам и пойдем на место. Пойдемте, мне скинули координаты. Так, ребят, давайте, побежали, все за мной! Да куда так быстро-то бежать, ты куда? Бруно, ты че отстаешь? Да я это, в смс-ку там глянул, мне просто из банка написали, что кредит пора платить, ну ладно. Блин, этот город черт ногу сломит. Так, вот этот банк, который мне кредит не дали. Давайте, ребята, всем им вместе. Фу, позор, позор. Так, ладно, все, давайте бежим. Вон то голубое здание. Мне скинули смс-ку, сказали, игры тут проходят. Под деревом? Да под каким деревом? В здании, Сафик. У них же какая-то, видимо, крупная компания. Тут нет ничего, Сафик. Подожди, стой, в смс-ке про какой-то подвал написано. Подвал? Это снизу, ребят, вы че? Ай! Сафик! Ребята, он только что на моих глазах умер. У меня одно сердечко, ребят, я чуть ноги себе не переломал, блин, болят капец. Давайте серьезно относиться к делу, все, пойдемте. Так, смотрите, это какой-то как будто не из Майнкрафта арка. Все, ребята, давайте заходим. Ну, привет. Мы по поводу игры. Да, вы пришли по адресу, проходите за мной. Добро пожаловать в игру. Что это за газ? Так, ну кажется, они уже все в отрубе. Ребята, нас, кажись, вырубили и куда-то везут. Если хотите продолжение, то соберите под этим роликом 20 тысяч лайков. А пока что тыкай сюда и смотри вот эту вот пулю. Ты реально не пожалеешь, если тыкнешь на этот ролик. Давай, тыкай и жди продолжения игры «Кальмара». Всем пока!